Всем привет! Сегодня мы празднуем день рождения журнала «Пикколо». Они празднуют целых 4 года. Желаем им процветания, миллионы читателей и море модных показов. Ура! Как у вас сегодня дела? У нас супер дела, да? Мы пришли на такой классный праздник, на день рождения журнала. И мы веселимся, вкусно кушаем, смотрим показ, общаемся. Все здорово. Давно ли ты знакома с журналом «Пикколо»? 1 год только. Я очень давно занимаюсь «Пикколо», с 2 лет хожу по подиуму, снимаюсь в рекламах. Я являюсь телеведущей журнала «Пикколо» уже 3 года. И мне вообще очень нравится то, чем я занимаюсь. И мне очень хочется также расти с «Пикколо» и быть с ним. А мы с журналом «Пикколо» знакомы очень давно. Первое наше знакомство было на показе «Боско ди Чильеджи». Арина участвовала в показе, а потом мы встречались совсем недавно во Флоренции на показе мод Пити Бимбо. Ариша выступала там в показе Мона Лиза. Начала покупать эти журналы. Мне они начали нравиться. И в этом году я решила попробовать сама прийти на день рождения к журналу «Пикколо». Я знаю, что ты сегодня ведущая. Тяжело ли это? Ой, слушай, ведущей быть всегда тяжеловато. Я не могу сказать, что прям, ну, очень сложно, но и нелегко. Текст иногда приходится учить, и бывает прям совсем тяжко. Но так, мне это очень нравится. Мы знаем, что ты пришел не один, а с подарком. С какой песней ты будешь выступать? С какой песней я буду выступать? А я думаю, это останется в небольшой тайне. И когда я начну петь, эта тайна раскроется и будет известно, какой мой подарок будет сегодня звучать. Сегодня я спою песню из фильма «Звезда родилась», «Always remember us this way», песню «Мама, я танцую» и свою авторскую песню. А можно петь? Конечно. «Мама, я танцую под нашу босую, папа не ждет дома». Вас поздравляем с днем рождения, поделитесь своими эмоциями. Знаешь, эмоции просто, я не знаю, мне кажется, они зашкаливают. Что интересного произошло за этот год? В этом году мы выпустили еще один номер на итальянском языке. В этом году мы провели кучу крутых мероприятий. В этом году наш детский продакшн теперь известен не только в России, но и в Италии, и в Германии. Что планируете в новом году? Чем хотите удивить своих читателей? Наша редакция, она старается, мне кажется, удивлять каждый день. Ну вот тебе понравилось мероприятие? Вот, и мы будем стараться не просто удивлять, а радовать всех детей и родителей. Что ты пожелаешь на день рождения этого журнала? Журнала «Пикколо» я хочу пожелать стать мировым журналом, достигать еще больше успехов. Я ему желаю счастья, здоровья и побольше успехов. Чтобы занимал топовые позиции вообще где угодно, и чтобы все шло только в гору и в гору. И чтобы «Пикколо» прославлялось. Я думаю, лучше бы, чтобы «Пикколо» вошло в продажу во все магазины, и все смотрели эти журналы. Много веселья. Я ему желаю, чтобы он вечно был, и чтобы он никогда не стоял. Я хочу, чтобы «Пикколо» журнал всегда оставался таким интересным, чтобы у него было больше читателей, чтобы все его любили и приходили к нему на праздники.